Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинду Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанданг Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатарувасья Кипасинду Бхавача Патитананг Бхавунебхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхатигрим Яткипатамханг Банде Парамананду Мадхавам Бриндаве Тулсиде Байпиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катупадеше Гаурия Патрасва Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Варуна Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетхас Падам Сива Веренчанутам Сараньям Виттатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуруджита Кемапигавадушу Адарши Пурнану Рагара Сасагара Сара Муртихи Сарадика Майкада Кипам Караши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аянуламмита Бхуджау Канука Бодато Санкиртанай Капитару Камала Ятакшо Вишамбару Дижавару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Дадасинитам Бхаванурупена Саданаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибушита Вам Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джушва Вадане Лакшмир Джасша Чабхакшаси Джасьясти Хиде Самбит Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе
Твам бхакти йога парибхавито хит сарожо асасе шутекшита патанунато пунгшам джад джад дхияту уругая вибхавати таттадвапу пранаясе садану грахаю Твам бхакти йога парибхавито хит сарожо асасе шутекшита патанунато пунгшам Яд-яд дхияту ургая вибхавати, таттад вапу пранаясе садану грахаю. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Парамхамса Джагадгуру сказал, что в любой ситуации, в какой бы я не находился, я думаю, что это милость Бхагавана. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамхамса Джагадгуру сказал, что чистый преданный, он не жалуется. У чистого преданного не может быть каких-то жалоб. Хотя иногда протестует, жалобы протестуют разные вещи. Из-за каких-то неправильных положений, неправильного в этом мире. Это не жалоба, а протест. Но нужно не путать их. И вот Шрила Прабхупад говорит, что иногда чистые гуру Вайшнавы, они как-то жестко говорят, пытаясь исправить ситуацию. Это не критика. И вот, то есть нужно различать это все, то есть Гуру Вайшнавы, которые пытаются исправить плачевную ситуацию в этом мире. И Шрила Прабхупад говорит, мы не должны бояться говорить жестко или так, как называть вещи своими именами. И вот, если моя жизнь посвящена абсолютной истине, этой абсолютной истине, то что я говорю, находясь на абсолютной платформе, на абсолютном уровне, вся ответственность за это уходит к этой абсолютной истине, а не ко мне, и никто не сможет напасть на меня, поскольку вся ответственность, она берет на себя та абсолютная истина, и эта абсолютная истина может явиться, проявиться самостоятельно или через кого-то, или через что-то. Но если у нас есть какая-то зависть к кому-то, то тогда они могут напасть на меня, и Бхагаван не возьмет за меня никакой ответственности. И поэтому в Упанишадах и Бхактивинода Тхакур пишет, in Upanishad it is written, yasmin sarvani bhutani atmaiva bhut vijanta tatra kosoka kumoho ekatam anupashyata. They are established in Advaita-гьян-таттве. И вот они утвердились в Advaita-гьян-таттве. Я вернусь к тому, что говорил Джива Госвами, они утвердились в Advaita-гьян-таттве. Они могут видеть все, все разнообразие, но они видят единство в этом. И поэтому Майя Деви не может дурачить их. В Упанишадах говорится, когда я могу видеть абсолютную истину Параматму Бхагавана внутри каждого, то тогда разнообразие этого мира не отвлекает наше внимание. I cannot see any handsome boy, I cannot see any, you know, I cannot see. You cannot make fool of me.
То есть мы не видим друзей, врагов, ядовитых змей и прочих опасных животных. То есть мы видим это все как проявление абсолюта. Одна женщина говорит Гуру Кешода с Бабаджи Махараджа, кричит: смотри, змея там может укусить тебя. И Махарадж сказал: пусть змея укусит меня, зачем мне жить, что толку от моей жизни. Поскольку он знает, что без воли Верховного Господа змея не укусит. Один чистый саду с Нибарка Сампрадая, он был там, в Горакпуре, там есть Гита Пресс, издательство, издают книги, и очень дешево распространяют, продают. И вот там здание редакторское снизу, место, где саду могут прийти, переночевать и пожить какое-то время. И вот один пожилой саду из Нимбарка Сампрадая, он совершал парикраму Гирирасилы и Туласи. И вот он так медленно ходил вокруг и видел на пути его змея ядовитая. Он попросил ее отойти, змея начала возмущаться. Он еще палкой тыкал для того, чтобы змея лучше поняла. И вот другие собрались вокруг, начали кричать: что ты делаешь, играешь со своей жизнью, нельзя так со змеей. И другой саду Татвагьян не сказал, что нет. Он не играет с этой змеей. Он как мог, по палкой тыкает ее зачем-то, нет. Он разговаривает с Параматмой в этой змее, поскольку внутри змеи сверхдуша пребывает. Верховный Господь в форме сверхдуши. И вот эта змея так уползла. Не каждый может в это поверить. А когда мы поверим, то успех придет к нам. Пусть люди нападают на нас за то, что мы говорим об абсолютной истине. Мы не ответственны за это. Бхагаван Гуру Вайшнава дали мне указание, поэтому я говорю. Кто-то может думать обо мне как о враге. Но я знаю себя, я не враг чей-то. И вот в любой ситуации, в которой бы я ни находился, я должен быть доволен. Я должен быть доволен в соответствии со своей кармой. Я нахожусь в такой ситуации, кого же обвинять? Некого обвинять. Мы не можем занять Бхагавана в служении себе. Это не зовется бхакти, это зовется абхакти. Если мы пытаемся занять Бхагавана в служении себе, в других сампрадаях это популярно. В христианстве, например, молятся Богу, чтобы Он послал им еду. Но это не наш путь, такой дешевый путь. Наша
They hate their body. They hate their useless. I need to take rest. I need to go to, you know, here and there, you know, for protecting my body. I need to go to bathroom. Why? Different kind of disease coming. They hate their body. Because they know it is matter. Вот, и наши гурвага, они относятся к телу как к материи. Они относятся к объекту как к тому, с помощью чего можно служить, но не привязываются к ним. Но некоторые, наоборот, слишком привязываются к телу и к уму. И в ситуации во всем мире, особенно в мире преданности, some driving forces there. I don't like to name them. Some driving forces there. They're going to regulate the whole society. They're going to driving for. They're going to lead whole world towards hell. They are not guiding properly. They are not speaking about the absolute truth. They're not speaking about. И вот также есть некоторые люди, которые под именем Харикатхи и Харибаджана обманывают людей, делают вид, что очень заняты. I can prove. If I cannot prove, I can throw everything. I can prove I have no engagement. It is one kind of drama. It is one kind of drama. Prabhupada speaking. Srila Prabhupada говорит. He is sadhu. Sadhu тот, кто всегда занят служением Бхагавану, говорением Харикатхи, совершением Харикиртана, те, кто всегда занят Нама Санкиртана и Харикатху, он есть саду. As a responsible person, you are entrusted with this duty, but you are not doing. You are not protesting against those who are against Gauriya Mata. Those who are speaking wrong Siddhanta. You are not writing any article. You are not speaking Harikatha. What kind of engagement? You show me. Что такое Харикатха? So, it's very dangerous situation. If you need to write article like Prabhupada continuously to stop this kind of, как Шрила Прабхупад, он возмущался неправильному положению дел в этом обществе, спорил с антагонистами и прочими, кто нападал на Гаудиамат и разгромлял их аргументы, нападки. Но можно видеть некоторые проповедники, так называемые, ради денег, готовы на все, на любые компромиссы. Даже говорят, что деньги — это второй Бог. Духовная мафия еще есть. Ну, во многих местах популярна медицинская мафия, спортивная, духовная мафия и все прочее. Образователи мафия.
в Индии популярны эти степени, всякие ученые, дипломы покупать, и потом на работу по ним устраиваются, поэтому неудивительно, что в больницу, где работают такие люди, которые не учились, а купили дипломы, лучше не попадать. That they even they cannot come back again. It is written in Shastra. It is in Shastra. They cannot come back. They gone mean gone. It is written. Jo bhakti nairahitam annayena srinatuya to uho brajataha nirvayam kalavakshayam. For infinity good they can go. There is a condition. И вот можно наблюдать, что многие хотят занять Гуру Вайшнава и Бхагавана в служении себе. Вчера я на Бенгале говорил, если кто-то совершал Гуру Сева вообще, как кто-то может совершать Лагу Сева, Майя Сева. If at all you have done Guru Seva, if I take it as kind, okay, then how you are running for Lagu Seva? That's why you have not done Guru Seva. It was one kind of business. He wanted to give something to Guru Seva, he wanted to get something. But we have to pay pranam, dandavat, and to Lotus feet of Bahi Maharaj. Мы хотим выразить почтение Бали Махараджу, поскольку он обрел общение с Прохлад Махараджем. И он никогда не хотел стать торговцем. Он развил огромное терпение, как без вайшнав никто не может развить такое терпение. Только вайшнава, как Харидас Такур или другие. Без вайшнавов никто не может развить такое терпение. Of the Tinada Vishnu Shloka, written by Srila Swachidananda Bhaktivinoda Thakura. Is right. Like trees, you are going to cut. Why you are cutting me? I have given so much fruits and leaves, everything to you. Okay. And nobody giving water, droughts everywhere. But you're not asking, give me some water. I'm just not speaking. A Vaishnava is like that. Haridas Thakur. Харидас Такур, его избили на 22 базарных площадях, но все равно он не жаловался, думал, что это может быть воля Бхагавана. They never feel nervous. You are feeling nervous. Because your attention is not on the lotus feet of Bhagavan Guru Vishnu. Your attention is towards money. Но если чье-то внимание с лотосных стоп Гуру Вайшнавов и Бхагавана отклоняется в пользу денег, то такие люди становятся очень беспокойны. But it comes. Practical experience, I'm speaking. If one acharam sadhu, acharam sadhu is present there, вот если настоящий саду присутствует на собрании, то все боятся.
думают, что же сказать. И вот я И вот мы выражаем почтение лотосным стопам Бали Махараджа, который обрел полную милость Вамана, Вамана Дева. Наш Джайдев Госвами пишет: Кешавадхита Бхамана Рупа Джай Джагадиша. Кешавадхита Курма Сарира Джай Джагадиша. Кешавадхита Мина Сарира Джай Джагадиша. Кешавадхита Шукара Рупа Джай Джагадиша. All Кеша. Бхагаван taking the form of different avatars. И вот Бхагаван принимает форму различных аватаров, Ваманадев аватар. Он сам Верховный Господь. Кашьяп Адити приходит при Есть два вида милости, настоящие милости, такая, которая обманывает. И вот в Брихат Бхагаватамрите пару лет назад мы обсуждали о Вамане. На самом деле Ваман Махарадж, Ваман Бхагаван явился, чтобы помочь полубогам, старшему брату Индри, чтобы он обрел свое потерянное положение. Из-за оскорбления в адрес Гурудева. И после этого Дитима started Paya Prata. Paya means only some milk can drink in a whole Prata period during И вот они начали потом Paya Prata, пост на молоке. A Prata duration is only 12 days. But every day you 12 дней. Can only drink milk. Nothing else. There are so many rules and regulations. Нужно было особо мантру повторять, потом приглашать чистых брахманов. Сколько брахманов приглашать, зависит от количества и типа мантры, которые повторяете. В общем, Пайврата не так проста, как кажется, и вот это дети. Не буду говорить о всех правилах, но тем не менее Бхагаван был доволен ее Пайвратой, пришел, чтобы благословить ее, и сказал: «Я знаю, что ты хочешь, но все же». И вот она говорит: все мои дети, как нищие, бегают тут и там, их выгнали с их мест. Почему бы тебе не помочь им? Хорошо, вскоре ты обнаружишь, что все твои дети, полубоги, они заняли свое положение, на котором были раньше. И Вамана Махарадж явился в форме ее сына.
after taking birth, you know, when this, you know, sanskar, genuine sanskar time, then all Rishi Muni, they are sitting doing to do some. Then after taking yagya, bhavir, everything, with small wooden chapel, everything, with amrita and kamandul, you know, water pot, and stick, way to pick. Here is the rules. И вот он взял все атрибуты брахмана и пошел к пошел на берег реки Нармады. At the bank of Narmada, there is big jagya going on, big jagya. И вот там большая ягья происходила, которая была организована Бали Махараджем. И вот он, когда пришел туда, он съел как солнце. И вот он, когда пришел, увидел этого маленького брахмана, все встали. Спросили, что может сделать для него. Я могу дать тебе подаяние, проси все, что хочешь. Хочешь материк, хочешь остров или там еще что-то. Но Бали Махарадж сказал, что мне нужно три моих шага земли. Ну, твои ноги такие маленькие, что толку от трех шагов? Ты даже сидеть там не сможешь. Даже чтобы асану постелить на землю, тебе и то больше места надо. Зачем тебе три шага? Нет, давай. Подумай снова и снова. Я думаю, ты не знаешь своих интересов. И вот ты достаточно малый, не знаешь о том, что просить. Бери целый континент земли. Нет. Хочешь что-то, Варшу, это что? Что-то вроде континента. Ну хорошо, хотя бы десяток деревень бери. Что ж ты будешь есть? На трех шагах земли даже там ничего не сделаешь, то хотя бы у тебя земля будет, деньги будут. Но Ваман Махарадж говорил настоящему саду, настоящий саду может поддерживать свою силу, поскольку у него нет никаких посторонних желаний. А те, кто обуены вожделением в адрес денег или еще чего-то, никакой силы у них нет. Она уходит. Те, кто могущественные, можно посмотреть, они не заинтересованы ни в чем материальном, не привязаны ни к чему. И Вамана сказал Бали Махараджу: «О царь, смотри, великие саду, они...» Он не так говорит, говорит Махарадж Гай, еще кто-то никогда не были довольны своей жизнью, несмотря на то, что у них было огромное количество земли, так что даешь или нет? Или я пойду брочь? О, нет, нет. Постой. И Вамандев говорит: те, кто довольны тем, что само приходит к ним, их сила, их теджас увеличивается. И вот я говорю о Вамане, Бхагаване,
Бхагаване. Вамандев хотел одурачить полубогов. И действительно так. И Вамандев хотел дать настоящую милость Бали Махараджу. Но весь мир, он глуп, не говоря. Даже Брахма попросил, спросил, вот зачем его наказывать, если он хочет дать тебе все, что у него есть. И вот Брахма, слушайте, тот, кому я дарую свою полную милость, я забираю все у него, землю, собственность, я делаю его нищим. И вот много вопросов может возникнуть. Бхагаван говорит так, это не значит, что кто-то может говорить о Юдхиштхир Махараджи, поскольку сиддханта в том, что он думал о себе как о нищем. Это все, что я делаю по желанию Кришны. Никогда не хотел организовать раджа свою ягью, что толку. И вот с Юдхиштхир Махараджем, Прахлада Махараджем или Друвой мы не можем сравнивать, они посвятили все Богу. И вот Бхагаван говорит, и вот тот, кому я дарую полную настоящую милость, я забираю все. Какие объекты? То, из-за чего они гордятся. I like to snatch away. Follow. So that you can feel helpless, then you can feel helpless, and you can surrender unto me. Like the case of Tridandi Bhikshu. Как случай с Триданди Бхикшу. He was just helpless. Он был беспомощен. All family men, when you kick him out, все выгнали, собственность, богатство ушло. Царь что-то забрал в качестве налогов, эти разбойники, даже эти родственники. И вот он думал, я не знаю, почему, но я чувствую себя удовлетворенным, довольным и не ощущаю никакой тяжести, хочу летать буквально, поскольку все мои беспокойства ушли. Это милость, почему я должен думать, что Бхагаван без... Почему? Я раньше думал, что Бхагаван не дал мне своей милости. You are making problem. Yes, he is making problem. Because he is speaking himself true. He is not the burden of temple. He is the property, treasure of temple. But you are idiot number one. That's why you could not realize. That's why you could not realize. The property. Шрила Бхакти, он такого говорит о себе, что я собака моей Гурварги. Is it dog?
Those pure devotees, they always identify me. I am the dog of my Guru Guru. I like to protect at any cost. If you like to kill me, but still, at the last moment, I like to arrange the protection for the protection and preservation of all our Gauriya treasure. You are the miscreant. You are the hijacker. You are the don of the underworld world. Underworld world, underground world, they cannot understand. He's a boss. Nobody can understand. They're making fool of them. Like magic. PC Sarkar magic figure. Some magic. So, hey, why you are coming 4 hours late? Eh? We are for 4 hours waiting. For 2 hours, not 4 hours. Как в антифокусник какой-то был, пришел однажды на 2 часа, опоздал. Тут публика начала возмущаться, что вы на 2 часа опоздали. Кто опоздал? Посмотрите на свои часы, это вы на 2 часа раньше пришли, чем надо. И люди посмотрели на часы, действительно, фокусник вовремя пришел. Вот такие шутки у него были. И вот многие занимаются фокусами черной магии, даже но если вы верите в Гуру Вайшнавов и Бхагавана, то эта черная магия вам никак не навредит. Если вы помните Гуру Вайшнава Бхагавана, то черная магия ничего не сможет сделать. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что я буквально собака своей Гуру Варги, я хочу защищать их интересы. И вот, если Гуру Вайшнавы хотят обмануть нас, то они говорят, что вы хорошие, преданные и так далее. Если Гурудев говорит, что зачем вам ехать на западные страны, то зачем? И можно проповедовать у себя. Зачем куда-то ехать, находясь в одном месте, чистый преданный может проповедовать по всему миру, поскольку его очарованный есть проповедь. Шрила Прабхупада сказал, что если полностью утвердились в очаровании Гуранги, это есть проповедь, как Гуру Кишарода с Бабаджи Махарадж. Куда он ездил? Не в Америку, не в Россию, но его имя известно по всему миру. Или Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж тоже известен по всему миру. Даже в Нью-Йоркском аэропорту его фотография висит. Рядом с Вашингтоном. Мадхавендра Пурипат, он тоже никуда не ходил, хотел скрыться, но все же он всемирно известен. Но Пратиштха, она бежала за ним. И вот Ваман. И вот Вамана Махарадж, мы очень благодарны ему, то, что он дает. Он дал наивысшую пратишту Бали Махараджа, поскольку Вайшнав, он наслаждается пратиштой, Вайшнава пратиштой. Если кто-то горд, что он начальник какой-то или богат, то это не Вайшнава Пратиштха, а Вайшнава Пратиштха. Что это? Если мы станем Вайшнавом, это значит, мы получим наилучшую Пратиштху, поскольку Бхагаван будет уважать нас.
И вот мы вечно благодарны Ваман Бхагавану, поскольку он дает первое, он дает приоритет Бали Махараджа, благодаря его чувству преданности. Когда Баман Махарадж поместил свою ступу на голову Бали Махараджа, это очень редко. Мы не можем видеть никого, и кому бы Бхагаван поместил свои стопы на голову. Это Кали был, но вот особый случай был, он хотел его наказать и утвердить философию какую-то, но так или иначе. Калинак, он обрел милость и наказание, но здесь Бали Махарадж под именем наказания обрел полную милость. И там также особая милость. И вот Бали Махарадж, он, можно считать его Махабхагаваты. И вот мы можем считать Бали Махараджа не инду. Мы можем считать имя Бали Махараджа. Как Махабхагавата, кто имеет тату Бхагавата, тату Вигьян, но не Индра. И вот Гуру Вайшнавы иногда наказывают нас, но мы думаем, что кто-то очень гневается на нас, но мы не знаем. Они даруют нам милость, когда наш Нитянанда Прабху, он Шивананду наказал, кто-то не приходящий, голоден. Кто-то думал, что Нитянанда разгневался и ударил Шивананду, но Шивананда понял, что это его милость, и настолько удачно. Что ты сделал меня избранником. Внешне он Нитянанда пнул его, но на самом деле это милость. И если Нитянанда И вот что такое милость, что такое нет, миру может понадобиться множество лет, чтобы понять, что такое бхакти. И таким образом Ваман Бхагаван сегодня день, его явление особый день, когда Ваман Махарадж, он под видом трех шагов земли Вамана, он забрал все вселенные. Он, смотрите, он даже не спорил. Бали не чувствовал себя обманутым, что он попросил три шага, двумя шагами забрал все, что у него было. И третий шаг некуда было ставить даже. Бали Махарадж, когда Шукрачарья его всячески предупреждал, не давай. Он Вишну. Придет и заберет у тебя все. Он сам Вишну. И Бали Махарадж думал, я думал, что он сын Брамана, и сейчас смотрю, он Вишну.
я не могу следовать советам материальных гуру, которые ведут к смерти. И вот Бали Махараджи говорит, я думал, что он сын Брахмана, но смотри, он Вишну, и я могу действительно вы игнорируете меня. Я проклинаю вас. Все Раджа Лакшми, Раджа Лакшми уйдут от тебя. Ты можешь, ты будешь лишен Раджа Лакшми, все ушло. Даже Бали Махарадж у него нет. Даже куска земли нету, не осталось, все забрано было Браманой. И Брахман спросил, куда же мне третий шаг поставить. Двумя шагами я забрал все. И вот Бхагаван Вамандев принял форму Тривикрама. И жена Бали Махараджа сказала, почему бы тебе не предложить свою голову. И Бали Махарадж подумал, действительно. И Бхагаван был доволен таким предложением и поместил свой третий шаг ему на голову. Вамандев, он был... И Брахма сказал, он все тебе отдал, почему бы не освободить его? И Бхагаван сказал, это моя милость. И вот сегодня день явления Шилы Дживы Госвами. И вот Джива Госвами Пад, он лучший из Таттвачари, кто хотел утвердить учение Шри Чайтаньи Махапрабху. Кто-то из Ачари, они выступают против Махапрабху, они говорят, что Ачинтья Веда Веда Таттва Джива Госвами Пада было сказано, но нету. Она была утверждена самим Шиманом Махапрабху не только этим, но и на основе этой Ачинтья Бьеда Таттвы. Махапрабху хотел показать гармонию между всеми четырьмя авторитетами вайшнавскими сампрадаями. Они практически имеют дело с тем же самым. Первый — это Джива-таттва, Бхагава-таттва.
Кал. Кал – время. Кал. Самаяна – all this tattva. They will deal with this. Jiv, Ishvar, Kal, Karma – all these kind of things – they are dealing with self. Only the representative. Только представление отличается, но Махапрабху хотел показать полную гармонию в этой Ачинтья Бхеда Абхеда Таттве. И действительно, то, что сказал Бхактина Таку. И Махапрабху хотел показать. Tatpritimeva iti upadishati Gaurachanda Swayam Sa. He himself told, priti, I mean prem, prem is the ultimate object. Priti, prem, это наивысшая цель, он сам сказал. I can discuss very haphazardly, I cannot discuss it, there is a big problem. So, Джива Госвамипад хотел утвердить эту тату, все Веданта Сутра, все на основе Ачинтья Абхеда Таттвы. В какой-то день, когда у меня будет времени, я обсужу об этом. И вот Джива Госвамипад, он хотел всю Гаудия Сампрадаю, как сказать, Джива Госвамипад хотел защитить всю сампрадаю, и никто не мог помешать ему. Он сын Анупама, но когда Махапрабху отправился в Рамкилиграм, чтобы даровать милость Рупи Санатани в то время, сын Анупама, Джива Госвамипад пришел. Он был на коленях отца, сидел и видел Гауранга Махапрабху. И оставил дом в достаточно раннем возрасте, пришел в Навадвипдхаму, совершал парикраму под руководством Нитьянанды, потом отправился в Варанаси, чтобы изучить Веданту. Хотя не уже ученый, но все же он был очень... Мадхусудана Сарасвати Пада, он изучил Веданту, потом отправился во Вриндаван и написал Шат Сандарбхи, все комментарии очень ценные, что настолько ценные, что мы не можем отплатить ему. И последнее, что я хочу сказать, Джива Госвамипад, он Бхакти Сандарбхи написал, то, что ваш гуру, а сейчас наоборот происходит. Шикша-гуру и дикша-гуру не отличны друг от друга в читании Бхагавати. Это написано, но все же люди не понимают, пытаются разделить их. Я прошу их, те, кто не понимают меня или не могут принять эту абсолютную истину, лучше чтобы они ушли прочь от меня. И сейчас, когда каково значение принимать разрешение Садгуру? Садгуру, если уж гуру мошенник, то это к вам не относится. И вот Джива Госвамипад говорит,
приняв указания Гаупад Падме, если мои действия служения не противоречат моей главной Гуру Сэве, когда кто-то слушает Харикатху, переводит это Гуру Сэва, не все понимают Гуру Сэва, значимость это Гуру Сэва, что никто не может остановить их, это Гуру Сэва, такая серьезная Сэва, есть еще Лагу Сэва, легкое такое несерьезное служение. И вот это Джива Сепат говорит, что мы можем совершать Гуру Севу, если мы не совершаем Майя Севу. Если я хочу служить другим чистым Гуру Вайшнавам, которые находятся в преемственности с нашей Гуру Варга, то нет ничего плохого в этом, это одобряется. I cannot explain the first sloka I started with. Today I will have to stop anyway. I don't like to stop, but I will have to stop. Tvam bhakti yoga paribhavito hatsa hitsaro yuhasase shutekshita patanam nātu kumsam jat jat dhiyatu urugāj vibhāveti tattad bhaku pranayase sadanu vāyo vāchaka kudrusi kibhāsana bhadyam vāma vishnabhyo namo जय श्री जीवगोस्वामी जी की जय हो। जय श्री भवनदेव जी महाराज की जय। बनी महाराज जी की जय। अपार स्वस्थ रहो। बहुत धन्यवाद।